Югра вошла в пятерку наиболее социально-экономически развитых регионов России. Очередную статистику, где в лидерских позициях по итогам 2022 года оказался наш округ, представили исследователи РИА Рейтинг. При составлении списков учитывали объем производства товаров на душу населения, доходы бюджета, уровни безработицы и зарплат жителей. По итогам подсчета этих совокупных показателей Югра набрала без малого 76 баллов и расположилась на четвертом месте, уступив Татарстану, Санкт-Петербургу и Москве. Отмечу, что по итогам позапрошлого года Югра замыкала пятерку лидеров. Наши соседи расположились на несколько строчек ниже. Ямал на 6-м месте, Тюменская область на 11-м. Как отметили исследователи, на протяжении нескольких лет состав первой десятки рейтинга в целом остается стабильным. Лидерские позиции занимают крупные промышленные, финансовые и добывающие центры страны.